Вскрывай. Все вскрываем посылку. О, а посылка-то вскрыта почему-то. Ну, подавай дальше. Не вскрыто. Вот. Чего не вскрыто? Мне как-то... Режь. Ненормально запаковано. Все вскрываем. Смотрим. Коробка. iPhone. Какой iPhone? Ой, ты iPhone заказывал? Опа, тут чехла, чехол должен быть. Так, зарядки. А, девочки! Шоколадка. Китайская? Я не знаю, какая. Типа, походу, китайская. Китайская? Посмотрите, что творится. Я без очков не вижу. Телефона нет. Нет телефона. Шоколадку прислали за 15 тысяч. Не 15. Ну, две, сколько? Слишком 11. Дорогая шоколадка. Да, слишком дорогая шоколадка. Все, составляем акт. Засняли? Да, засняли. Да, мы тоже такие. Альпин я увидела, я думала Альпин Гольд, потому что у меня такой шок сразу. Да, если бы вы на начальнице, тем более. Так, сейчас я... Зарядки, смотри. Это ж надо же где-то еще и зарядки иметь. Ну, это уже, наверное, просто налаженный процесс. Наголо, смотрите. Через это можно же отследить, где этот телефон. Они это даже стерли. А что там такое? Когда айфон теряется, через ID можно найти телефон. Все предусмотрено. А, вот здесь вот этой нету бумажки, смотри, которая все это. Вот она же... сорвана, видишь, вот. Я же говорю. Смотри, вот здесь вот все данные, да, и через это штрих-код, короче, да. Так. Это как у вас, да? Нет, это у меня будет, это Mi Max 2, а это Redmi Note 5. Этот вообще еще лучше. Да что лучше, ничего не лучше, но... Он еще вот тут как-то запечатанный, должен был быть. Не, ну вообще, жесть. Я в шоке. Вы говорите, у кого-то еще такое было? Нет, у нас этот один пацан заходит, он тоже телефон покупает, продает. И у него на таможне телефон вытащили. Вот это на таможне лежало более недели. Вот. Там все предусмотрено уже. Так, теперь смотрите. Вы сюда...